Ольга Валерьевна, здравствуйте. Какова сегодня эпидемиологическая обстановка в республике? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике остается в режиме повышенной готовности. За прошедшие сутки на территории республики выявлено 50 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 42 случая в городе Якутске, по 3 случая в Алданском и Нерюнгринском улусах и 2 случая в Ленском районе. Необходимо обратить внимание, что за прошлые сутки дано подтверждение 2 летальных случаев с диагнозом COVID в целом на территории республики. За сутки лабораториями Якутии проводятся также, за прошлые сутки проведено 2718 исследований на коронавирус, но мы также в общей цифре 2500-3000 исследований в сутки продолжаем держаться, исходя из тех потребностей, которые у нас сегодня есть. На что бы сегодня мне хотелось обратить внимание, это на ту тенденцию, которая сложилась у нас в медицинских организациях. Медицинский мониторинг всех больных, которые проходят через медорганизации Республики Саха-Якутия, говорит о том, что более 75% больных относятся к больных или вирусоносителей, относятся к возрасту младше 65 лет. Это активное население. Эта тенденция сохраняется последние полтора месяца. И это безусловно, потому что прежде всего активное население, которое отчасти не соблюдает в том числе санитарно-эпидемиологические правила. Среди тех, кто у нас находится старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, действительно, они у нас и находятся в группе риска. Медикам с ними непосредственно работать значительно сложнее. Каждая смерть старшего поколения и лица, принадлежащего к старшему поколению, огромная трагедия. И слезы, в том числе и медицинских работников, это их, в том числе и такая вот внутренняя беда и страдания, и так же, как это и страдания для семей. Но нужно обратить внимание и поблагодарить все-таки старшее поколение, что те меры самоограничения, которые мы для них приняли и установили в республике, они дают свои результаты. В любом случае, их меньше заражается. И сегодня хотелось бы обратиться в целом к гражданам республики в части выбора. Ведь тогда, когда мы говорим о том, что кто-то заболел коронавирус, или кто-то в него верит или не верит, мы делаем выбор. Выбор между здоровьем или нездоровьем, когда, например, принимаем решение провести семейный юбилей. Или, например, кто-то в родительской группе говорит о том, что я не верю в коронавирус, поэтому давайте, родители, соберемся на выпускной, а после окончания школы и соберем наших детей. Будем делать так в этой ситуации. Делайте выбор. Выбор между здоровьем и нездоровьем. Как своим, как близких людей, так и непосредственно просто незнакомых для вас людей. Поэтому сегодня нужно как можно больше беспокоиться о собственном здоровье и понимать прекрасно, что делается выбор. И выбор достаточно серьезный – быть здоровым или быть нездоровым. Сегодня в Республике Саха-Якутия органами государственной власти принята полная законодательная нормативная база для того, чтобы непосредственно были установлены все соответствующие санитарно-эпидемиологические новые правила. Их необходимо просто соблюдать и делать свой выбор между здоровьем или нездоровьем. Спасибо большое.